11-метровый отмет. Тишина. Основоположником отечественной вратарской школы был Николай Евграфович Соколов. Наш Евграфович, уважительно называли его болельщики. Анатолий Акимов, человек-угрь, прозванный так за необычайную гибкость, стремительность, акробатические прыжки, вызывавшие на трибунах неподдельный восторг. Трудно поверить, что в блокадном Ленинграде проходили незабываемые футбольные матчи, и ворота защищал знаменитый тогда Виктор Набутов. Его науку достойно продолжил Леонид Иванов, невысокий крепыш, укрощавший намертво коварные мячи. Помимо реальных кумиров, искусство создавало своих героев, и не случайно первый фильм о футболе был посвящен именно вратарям. Ребята, видали хватку? Я слышал об этом фильме в детстве очень много, но никак мне не удавалось его посмотреть. И вот однажды какой-то доморощенный клуб на окраине Кривого Рога, где мы жили, показал «Веселые ребята», а потом и «Вратарь». Ну, я кандидовым заболел. И все мы играли в «Канты». Но чуть раньше мы все начали играть в «Хаму». После знаменитого рейда московского «Динамо» по стадионам Великобритании «Тигр» стал нашим кумиром и никем другим. Колдовская музыка ударов по кожаному мячу захватила сердца миллионов. Вся Москва устремлялась в одном направлении, когда на «Динамо» был большой футбол. Некая старушка, прибывшая из Можайска, утверждали Ильф и Петров, простояла в трамвайной очереди 8 часов кряду и так, ничего и не поняв, уехала во свояси. На футбол тогда ходили как в театр. Игрокам, как артистам, дарили цветы. Алексей Хомич. Его отвага, мастерство, тактическая сметка принесли нашей вратарской школе европейское признание. Лихие правила той поры позволяли атаковать голкипера. И Хомича нередко перекатывали по траве, как заправский мяч. Он защищал ворота московского «Динамо», прославленной команды, не раз выигрывавшей первенство страны. В победном 45-м «Динамовскую» дружину отправили в первое турне на родину футбола. Вся советская страна, прильнув к радиоточкам, ловила каждое слово несравненного Вадима Синявского. И против легендарных англичан мы выступили блестяще. Но больше всех похвал досталось Алексею Хомичу. За необычайную прыгучесть, за мягкую кошачью походку, чуть согнувшись со слегка наклоненной головой, за пружинистые броски в клетке ворот, британские газеты с восторгом называли Хомича «непобедимым тигром». Он первым из советских футболистов получил приглашение сыграть за сборную Европы, а из московского «Динамо» его отчислили с оскорбительной формулировкой за потерю прыгучести. Алексей Петрович стал спортивным фотокорреспондентом и еще долгие годы, стоя за воротами, забыв о затворе своего аппарата, подсказывал действующим вратарям. Наверняка у всякой популярности, и тем более славы, есть своя причина, или так, точнее сказать, объяснение, хотя объяснение как-то скучно звучит, тем более, что объяснить, почему тот или иной человек популярен, это трудно в сам момент этой популярности, и еще труднее, когда прошло много времени. Я думаю, что единственная возможность какого-то объяснения, если оно, конечно, нужно, оно, наверное, нужно, это вникнуть, как-то проникнуть в то время, когда эта популярность разворачивается. Хомич, Алексей Петрович Хомич, о котором мы сейчас говорим, конечно, людям современным кажется забытой славой, как забыта слава всех его современников. Но время, вторая половина 40-х и начало 50-х, не может быть забыто. Его нельзя вынуть из истории, потому что это время после страшной войны, начала мирной жизни. И футбол, а Хомич был футболистом, он играл, был знаменитым вратарем знаменитой футбольной команды «Динамо». После войны футбол был первым воспоминанием о той жизни, какая была до войны. Поэтому к футболу было особое отношение. Был футбольный бум. И власти наши очень правильно сделали, что во время войны дали возможность футболистам не погибнуть, не как-то не выйти из своих футбольного своего содержания, а их сохранили.
и все московские сильные команды продолжали во время войны играть в футбол и разыгрывать первенство Москвы. И как-то это, с одной стороны, выглядит ненормальным, потому что, ну как же эти молодые, здоровые люди не на фронте? Но когда после войны публика так полюбила снова футбол, все поняли, что это имело смысл. Имело смысл, чтобы эти люди сохранились. Ну, чтобы понять уровень популярности Хомича, популярен был тогда и журнал «Огонек», журнал с картинками, который выходил большими тиражами, все его читали, и там был рассказ, где героем рассказа тоже был герой времени, но рабочий. Такой был знаменитый рабочий, он разговаривает с корреспондентом и говорит корреспондент: «Ну а что вы на меня обратили внимание, я же не Лемешев и не Хомич». Лемешев, Сергей Яковлевич Лемешев, это был знаменитый тенор Большого театра. Кстати, до сих пор иногда показывают фильм «Музыкальная история», где он играет главную роль, это фактически его биография, вот как он был рабочим, потом прекрасный голос, он стал певцом Большого театра. Была знаменитая история, товарищ Сталин был в Большом театре и вдруг, посмотревши в программке, написано: «Народный артист РСФСР Лемешев». И Сталин удивился, что почему такой талант, только народный артист республики, а не всей страны, не всего Советского Союза. Ему сказали: вы знаете, Иосиф Виссарионович, он аполитичен. И Сталин сказал: как Соловей может быть аполитичен? Так вот, Хомич был так же популярен для народа, как и певец Большого театра. И это очень знаменательно, что футбол воспринимался тоже как искусство, не просто как вот какая-то очередная игра, вот чисто спортивная, а что-то большее. Можно ли сказать, что Хомич был лучшим вратарем? Наверное, нельзя так сказать, потому что очень сильная была компания вратарей. Ну, во-первых, были довоенные вратари Акимов и Жмельков, которые по очереди играли в «Спартаке». Акимов даже сыграл за границей. Вратарь Коселя, по которому снят фильм «Вратарь», «Вратарь республики» назывался роман, считал, что прототип Кандидова – это Акимов. Все эти люди, значит, после войны как-то уже столкнулись с тем, что появились молодые вратари. Хомич в «Динамо», Леонтьев в «Спартаке», который фактически вытеснил и Акимова, и Жмелькова, довоенных знаменитостей. Но у Жмелькова была уважительная причина, он воевал и как-то после войны уже не был таким, каким был до войны. Он, видимо, был ранен, я не помню всех подробностей, но вот уже стал знаменитым вратарем Леонтьев. И я помню, я был молодым человеком на практике в газете «Советский спорт», и помню, на лестнице стояли тогда уже журналисты, Алексей Леонтьев, который писал о футболе отчеты, и Хомич, который фотографировал. И они стояли и разговаривали. Никто на них особенно не обращал внимания, потому что, ну, в спортивной газете каждый день приходят всякие спортивные знаменитости, а это знаменитости прошлого. А я на них посмотрел, подумал, какая драматургия. Я был на матче в 49-м году, играл «Спартак» с «Динамо», и в этом матче сломали Леонтьева, после чего он больше не играл. А Хомич стал чемпионом СССР, но тоже у него уже появилась конкуренция. Был такой Вальтер Саная, его из Тбилиси перевели в Москву, и считалось, что он любимец шефа, главного шефа московского «Динамо» Лаврентия Павловича Берия. И в этом же 49-м году, когда это случилось, пришел молодой человек, третий вратарь, который до сих пор все знают, это Лев Яшин, который как бы собой заслонил этих людей. Но был бы Яшин, если бы не было Хомича, не было Санаи, не было с ними конкуренции. Там так получилось, что Яшин до 1953 года фактически не играл в основном составе. А в 1953 году как так совпало, и нельзя, можно ли это связывать. Но все думали, что первым вратарем, поскольку Хомич все-таки уже уступил место в воротах в основном Санаи, то что Санаи будет первым вратарем. Кстати, он тоже вот играл так, как потом играл Яшин. Выходил из ворот, значит, как бы играл еще одного защитника. Но не знаю, поэтому или нет, что в этот же год расстреляли Берию. И как-то одновременно и кончилась карьера Санаи, начался Яшин.
Так что видите, сколько драматургии вот вокруг этих вот вратарей. Ну, были, опять же повторяю, были вратари, такой, например, Леонид Иванов, который играл в первой сборной СССР на Олимпийских играх, был главный матч того времени, главным событием того времени был матч «Динамо», ЦДК «Динамо». И в ЦДК был тоже знаменитый вратарь Владимир Никаноров. Но он был тоже человек другого типа, и вот каждая игра, это было их соревнование Хомича с Никаноровым. Но Хомич, проведя великолепный сезон 45-го года, все-таки стал самым популярным после поездки «Динамо» в Англию. Интерес к играм был необычайным. Впервые наша команда выступала против профессионалов. А газеты писали: вряд ли русские медведи устоят против британских львов. Наш вратарь Алексей Хомич удивил англичан. Они называли его «тигром». В Англию, кстати, поехал он не один. Там у него были два дублера. Был такой Борис Кочетов, игравший до войны. У нас иногда до сих пор идет фильм «Спортивная честь», где Борис Кочетов играет вратаря. Тоже он как-то сохранился. Другой дублер Николай Медведев, ну, его никто вроде не помнит, но я помню, потому что уже прошло много времени, что-то я писал о Хомиче, я к нему приходил в ГАИ, он был полковник милиции, работал в ГАИ. Так что тоже у него была какая-то своя милицейская карьера, но, естественно, не такая, как у Хомича. Конечно, вот самым популярным Хомича сделала Англия. Мы этих матчей не видели. Правда, был маленький документальный фильм «Динамо играет с Челси». То есть какое-то представление было. Но, конечно, Хомич возник из репортажей Синявского. Вот это знаменитое выражение «Хомич на месте» осталось как на всю жизнь. Вот для меня и моих товарищей, людям, которым уже фактически 80 лет, мы иногда еще шутим, когда там видим друг друга, говорим «Хомич на месте». Более того, я помню, я жил в Кисловодске, одновременно со знаменитым динамовским игроком и тренером Константином Бесковым. И мы утром ходили гулять Тринкур, там, значит, мы подолгу гуляли. И я утром, когда за ним заходил, и когда он выходил из гостиницы, я все говорю одну и ту же шутку. Хомич на месте. И он отсмеялся, потому что Хомич был его партнер, его приятель, его товарищ. Но это уже была далекая история, потому что Хомич остался там, он же не был ни тренером, а Бесков продолжался в футболе. А Хомич это уже был прошлое. В «Динамо» не очень так соглашались с такой высокой оценкой, какую получил Хомич в Англии. Они считали, что он все-таки довольно много пропустил мячей. Он, по-моему, в общей сложности пропустил, значит, 3 от «Челси», 4 от «Арсенала», 1 от «Кардифф Сити» и 2 от «Глазго Рейнджерс», что они считали, что можно было меньше пропустить. Но Англия оценила другое. Она оценила стиль. Там таких вратарей не было. А вратари были большие и такие мощные, высокие, значит, люди, да? А Хомич 172 сантиметра рост, 72 килограмма вес. Для сегодняшнего вратаря это вообще очень мало. Но Хомич был подвижный. Хомич совершал прыжки и броски. Англичане точно заметили их корреспонденты, что в нем что-то есть от шоумена, что очень много зрелищности, которую вносит в игру, которой английских вратарей не было. И он поразил Англию и запомнился больше всех, хотя были герои поездки, тот же Бесков, о котором я говорю, Бобров, которые забили много мячей, Карцо, забивший первый гол. Но Хомич был самый колоритный. И вот это, значит, и он приехал домой. И да, «Тигр Хомич», ведь придумали это прозвище не в Англии. Это он когда-то играл в Иране за группу наших войск, и там кто-то его назвал «Тигром». Но с тех пор считалось, что «Тигр Хомич» это пошло из Англии. Там еще все запомнили, что Хомич выступал на банкете и сказал, обращаясь к публике, сказал «Леди и Гамильтоны» вместо «джентльмены». Но это понятно, потому что у нас был очень знаменитый фильм «Леди Гамильтон», английский фильм, который у нас шел, и Хомич его, конечно, видел. И Хомич вернулся домой как бы с мировой славой, потому что, ну, не было международных встреч.
И когда он вернулся, как-то надо все-таки было отделять эту неслыханную славу от той конкретности, ну, ежедневного, ежематчевого стояния в воротах. Я первый раз увидел Хомича в 47-м году, осенью. И для меня Хомич был, весь существовал в репортажах Синявского. То есть это уже была легендарная фигура, от которой я ждал чудес. А «Динамо» проиграла 1-0. И я был потрясен. Ну как же, Хомич пропустил гол. Тем более не от ЦДК, что было бы естественно. Потому что я болел за ЦДК и всегда хотел, чтобы ЦДК забила гол и Хомичу. Но это я по радио слушаю репортажи. А тут я воочию увидел как бы неудачу Хомича. Но ведь в этом же есть особенность вратаря, что в каждой игре его надо ценить не только за то, что он отбил мяч, а то, как он пропустил и после этого продолжил игру. Ведь, казалось бы, ну, естественно, вот не, это же ну, гол, вот неудача, отчаяние. Но человек должен через секунду снова быть готовым к тому, чтобы игру продолжать. Никто же не считает, сколько голов пропустил Яшин. Это же никого не волнует. Волнует все равно это репутация, образ, и такой образ у Хомича оставался. И я помню, как-то уже прошло много времени, был матч ветеранов в Ленинграде, и на матч пришел, и играла команда Москвы и Ленинграда, Хомич стоял в московских воротах, а в ленинградских стоял Леонид Иванов, знаменитый вратарь, который играл в сборной, и, наверное, был самый лучший вратарь. Потому что в ЦДК и в «Динамо» была сильная защита, а в ленинградском «Зените» такой защиты не было. Так что, наверное, по классу Иванов был выше, почему его приглашали в сборную. И вот он отыграл первый тайм, он уже был такой, работал в такси, большой, толстый человек, животом, в кепке. И мы с ним стояли, разговаривали, а Хомич продолжал играть и второй тайм. И тут забили гол. И тот сказал, о, Леньке Хомичу забили гол. Ну, даже для него гол Хомичу был каким-то вот, значит, таким, значит, сюрпризом. Я не знаю, как это точно назвать. Потому что и голы, пропущенные Хомичем, тоже запоминались. Был важнейший матч сезона 48-го года ЦДК-Динамо. Динамо был достаточно ничьей, чтобы стать чемпионами. ЦДК забил гол в свои ворота, и счет был 2-2, оставалось 5 минут играть. И в этот момент полузащитник ЦДК, тоже очень знаменитый футболист и тренер Вячеслав Соловьев, издалека пробил очень сильный удар, он попал в штангу, отскочил к Боброву, Бобров забил гол, и Синявский закричал «Золотая нога Боброва». Но там была одна тонкость. Хомич, если бы стоял в воротах статично и не среагировал на этот удар, удар бы отскочил в поле, и он бы, может быть, так опередил Боброва. Но Хомич совершил свой коронный прыжок, он мог достать мяч из верхнего угла. И в Англии как раз такой случай был. Мяч также летел, попал в штангу, но Хомич до него дотянулся. И он упал перед ним, и когда подбежал нападающий, он его накрыл и взял. И во всех газетах об этом писали, что Хомич, совершив этот прыжок, успел вернуться на ноги. А здесь он за этим мячом потянулся, и мяч отскочил к Боброву. Ну, Бобров, видимо, лучше играл, чем английские форварды, и он забил. И я помню вот весь стадион, осень, как Хомич лежал в отчаянии. Уже, конечно, если бы это была середина игры, он бы должен был сразу встать и продолжить. А здесь было понятно, что все. Хомич, вот это отчаяние Хомича как-то всем передалось. И хотя я болел за ЦДК и должен был радоваться, я, 8-летний ребенок, очень сочувствовал Хомичу, который так это переживает, ну что значит шоумен, и все, все у него более выразительно. Он мне больше запомнился его отчаяние, чем радость Боброва, который забил гол. Потом, правда, когда прошло много лет, и мы расспрашивали Хомича, что он в этот момент думал, когда лежал. Но он уже пошутил, я подумал, 15 тысяч потерял. Но это, конечно, не в 15 тысяч было дело, а в том, что вот он не сделал того, что у него получалось, а вот такой решающий момент не вышло. Вот что такое Хомич? Хомич – зрелище. И я же, естественно, после Хомича видел массу вратарей и мировых вратарей. Прошло много лет, с 48-го года. Но я помню именно Хомича, пропустившего гол, даже не взявшего гол. Вот что такое Хомич, как зрелище. Карьера Хомича
не такой была и долгой, потому что где-то, начиная с 49 года, вот уже этот Вальтер Санае, о котором я уже сказал, Вальтер Санае постепенно его вытеснял, он как-то был моложе, и тоже великолепный, данный, вот он был как раз, как английские вратари, и Хомич уже не всегда играл. Я помню, случайно был на стадионе «Динамо», на малом стадионе поле, где тренировалась московская «Динамо». А накануне «Динамо» проиграла, опять, по-моему, опять «Крылья Советов». Они всегда проигрывали кубышевским «Крылья Советов», в шесте играли целиком в защите, оборонялись, называлась «Волжская защепка». А потом один их нападающий, Гулевский или Ворошилов, там два было форварда, кто-нибудь из них забивал гол. И вот в тот раз, когда проиграли 0-1, стоял в воротах Санае. Видимо, решили Хомичу дать еще один шанс. И я, значит, стоял у тех ворот, где тренировался Хомич, и было видно, что все футболисты, которые, значит, бьют ему по воротам, тренировка, все его подбадривают, всем очень Леха, хорошо, все. Им очень хотелось, они его любили, его, они любили Санаева. Санаева не любили, я же говорил. Мы не любили, как отчасти блатного, ставленника Берии. И Хомичу все сочувствовали, а мне хотелось тоже что-то для него сделать хорошее. Я всеми старался, когда мяч отлетать, ему его подкатить. А на меня все более опытные люди орали, потому что он может споткнуться. Но мне очень хотелось как-то с ним какого-то взаимодействия. И потом прошло много лет, я уже был журналистом, работал в ВПН, и был в футбол первенства Москвы среди журналистов. А Хомич играл за «Советский спорт» вратарем. Ну, ему было много лет, он, естественно, намного старше нас, но знал Хомич. И я все было, когда мы играли с «Советским спортом», я за ПН играл, мне очень хотелось забить Хомичу. Ну, хотя бы ударить по воротам, где он стоит. Ну, думаю, ну, конечно, это же не тот Хомич, но все Хомич. Но я играю центрального защитника, я не мог, потому что против меня играл Виктор Понедельник. Виктор Понедельник, ну, знаменитейший футболист, но в то время тоже, конечно, уже редактор футбола, хоккея, там, футбол уже не играл. Конечно, это был не тот Понедельник, но все равно в 100 раз лучше меня играя. Я не мог бросить Понедельника никак. Поэтому мне очень хотелось, хоть корнер подают, подойти, ну, хоть ткнуть мяч в сторону Хомича, уже бы какая-то моя мечта бы сбылась. Но, к сожалению, я не мог бросить Понедельника, и гол забил мой приятель Боря Королёв, известный разведчик и журналист. Вот он забил гол Хомичу, и об этом было очень много разговоров. Хотя я тоже сделал для себя невозможное, Понедельник же нам не забил. Но все равно у меня осталось чувство разочарования, что я так и не ударил по воротам Хомича. А потом, все-таки в какой-то степени... Часть мечты как-то все-таки сбылась. Была суперсерия в 1972 году с канадскими профессионалами. И в пресс-баре мы оказались у стойки, а торговали виски. Но тогда виски больше в других местах не было. Виски, орешки. И мы стоим в пресс-баре с бокалами виски. Я, мой друг Алик Марьямов и Хомич. Мы держим виски, я вспомню, что Алик Марьянов страшно гордился, что он когда-то, ему лет 6, наверное, он на водной станции увидел Хомича и подержался за его трусы. И всем рассказывал дома, родителям, всему двору, что вот он потрогал руками Хомича. А я подумал, а теперь круг замкнулся. Мы стоим, пьем виски, как в Англии. Хомич, вот все мы теперь знакомы. Хомич всегда увлекался фотографией, он и в Англии фотографировал, и потом. Но кто думал, что он станет профессиональным фотографом, который будет снимать футбольные матчи? Он же тоже превращался в часть зрелищ. Представляете, Хомич, часть вот той послевоенной картины футбола, полосатые штанги, которые потом стали белые, такие более нейтральные, ну, как принято было за рубежом, а раньше они были полосатые, тоже очень было колоритно. И Хомич с фотоаппаратом около футбольного поля. То есть он как бы остался в этом зрелище, но уже в другой функции. Но он обычно стоял за воротами и по старой памяти давал вратарям разные советы, что, в общем, может быть, и мешало. И был такой вратарь в ЦДКА Шмуц, Леонид Шмуц, который, когда ему Хомич несколько раз сказал: «Лень, ты выбрасываешь мяч перед рамкой ворот».
Но тот отмахнулся, но в очередной раз Шмуц размахнулся и выронил мяч, и мяч попал в свои ворота. И он закричал, накаркал Хомичу. И Хомич побежал, но Хомич успел сфотографировать. Но Хомич эту фотографию никогда никому не показывал из корпоративных соображений, потому что, ну, это тоже вратарь. Все с вратарями случается, ему это было очень понятно по-человечески. Но я все-таки считал, что он, может быть, снимает любительские, просто снимки печатают, снимок Хомича, все равно реликт. Но потом один из лучших наших фотографов, Витя Ахломов, мне сказал, нет, ты ничего не понимаешь. Он очень хорошо снимает, потому что я из тысячи снимков могу отличить снимок Хомича. Хотя он держит аппарат на пупе, без всех этих наших фокусов, он очень хорошо ловит какие-то моменты. И Витя Ахломов сделал великолепную фотографию, где Хомич стоит с фотоаппаратом, под зонтиком идет дождь, на футболе. И эта фотография, поскольку Ахломов был знаменитый фотограф, объехала весь мир. То есть Хомич еще совершил одно кругосветное путешествие.